Окей. И что мне с этим делать? Сторожи. Форме должно быть. Мы сегодня смонтируем. Он розовый и тяжелый. Интересно, это романтичное послание или счет? Это все достопримечательности Екатеринбурга. Да-да-да, проходите, пожалуйста. Здравствуйте, а вы записались через госуслуги? Была грязная идея сделать запись просто всех наших лекций и выходить под дубляж. Мы ее бросили. На самом деле успех завтрашнего мероприятия, не меньше, чем на 50% зависит от вас, от всех, напрямую. Я это обсуждаю, наверное, каждый раз с каждыми волонтерами каждого потока, потому что действительно важно. Это я. Это уже Денис Гимаев. Денис Гимаев, привет! Это ты монтировал? Это я делал. Простите. Девочка любимая, передаю тебе привет! Я собрала пустой зал! Так, нормально. Как это сделать так, чтобы это... Ну, неплохо. Мы по чесноку едем. Мы ее жарим. Так. Guess where I am, малыш. Check it out. Kick it with Jonah in the belly of the beast. And feast in the black hole eating Keisha. Told me that we should meet around three. Отлично, удержим блогера прям. Обожаю ходить по магазинам. Мое самое любимое занятие. Держусь. Looking for Sanaya Lathan, so we can love in basketball. Jump shot, no fader. Wait, 'cause it's the same down below. Big Bang, the universe remains to grow. The sun shows and the flower starts to grow. Everything above is the same down below. The sun shows and the flower starts to grow. Everything above is the same. Same. Господи, как же рано, а? Потекла. Ну что за дерьмо? Я хочу, чтобы потом здесь был большой смайлик такой. Как тебе мой голос, Газманова? Как настроение для съемок? Он моет мои кроссовки, которые я не успела помыть. Саша гладит мою рубашку. Разделение труда. Я уже погладила рубашку. Игорь, снимай водолазку, я ее буду гладить. Слушай, однажды я Эвиан заливала. Обожаю гладить Игорь водолазку. Я же рад жизни, это происходит. Я дорвалась до тебя наконец-то. Ты будешь поглажен. Очень дорогие услуги хейрдрессера.
То есть это какой-то сухой эффект, но мне очень нравится, да. То есть он не склеивает ничего. И давай, и другой бок. Обожаю, когда 6 минут до выступления. Жаркова, Алина Шишкина и Ирина Рудов. Приветствую тебя, пожалуйста, тепло и щедро. Дальше. По исследованиям 115 миллионов постов в Инстаграме были сделаны следующие выводы, что видеопост на сегодняшний день получает примерно на 40% больше лайков и одобрений, чем обычный статичный пост. Всего лишь, на самом деле, 2% от всех реакций в Инстаграме занимают комментарии. То есть всем кажется, что комментарии — это главная реакция, что это главное мерило качество коммуникации. Так вот, это всего лишь 2%. Говоря о реакции, что я имею в виду, это лайки, комментарии, сохранения, подписки и так далее, и так далее. Ну, то есть, либо Челябинский смог. Сказали крышку не открывать. Потому что з***ешь. Сегодня один Челябинск вам просто задает. Да ты мой золотой. Очень много полезной информации. Приедем, будем внедрять. А потом уже, выстраивая какую-то суперклассную... Интенсивность лекции измеряется количеством выпитой мной воды. Вот я еле выпила одну бутылку, а это очень мало, я пью 5. Вот, поэтому ЕКАТ, огонь, была цель. Разнести, а я думаю, разнесли. Не из Екатеринбурга, сразу по вам видно было. Саша говорила 2,5 часа, я как огненный ведущий, я прекрасно понимаю, что говорить очень тяжело. Все пересохло, язык отвалился. Да, да, да. Ну, то есть, сами понимаете. Что, уральский закат? Влад, все хорошо? Что это было? Алине сказали, что Саша монотонно провела лекцию. Мы немножко... Да, ко мне подошел технарь и сказал, что советует мне не говорить не так монотонно. Угу. Монотонно? Технарь посоветовал. Ну да, он разбирается. Понимает. Но, опять же, да, мы говорим об эффективности, мы говорим о специфике, мы работаем с очень большим количеством клиентов, да, и с разными задачами этих клиентов и так далее. Но, в принципе... Если у вас изображение из фильма, на вас может подать в суд Warner Brothers. Другое дело, что они очень редко это делают, и никто этим особо не занимается. Ну, то есть, если за музыку сейчас взялись, то за изображение заниматься никто никого не трогает. Все водички, чай, кофе, съешьте пирожок обязательно, подышите свежим воздухом. И не опаздывайте, в 16:10 мы начинаем лекцию Евгения Давыдова. Кто опоздает, тому хана. Ну что, Виталечка, мы это сделаем. Уходим в подвал. Дели супер работаем, а утром он просто в загар. В общем, блин, правда, просто хотела вам вот так вот лично, в спокойной, нормальной атмосфере, реально сказать огромное спасибо. Настолько сегодня было все круто, настолько все сегодня было организовано. Вот мы вчера с вами сидели, да, и я вам рассказывала, ребята, надо, вот. Такое ощущение, как будто, я не знаю, мы месяц с вами прожили, и только спустя месяц мы сделали классно. Мы сделали классно, зная друг друга 3 дня. Есть полчаса на завтрак, потом собираем чемодан и в аэропорт. Yes, where I am. Выезжаем в аэропорт Кольцово.